Добрый вечер, дамы и господа. Мы очень рады, что вы сегодня пришли в клуб Козлова. Да, мне пригодился микрофон. И мы будем рады представить для вас не очень обычный концерт с интригующим названием 3456. Значит, что такое 34? 34 это имеется в виду 30-е и 40-е, а 56, как несложно догадаться, 50-е и 60-е. Естественно, охватить такой большой промежуток времени и музыкальной культуры одним ансамблем практически было бы невозможно. Поэтому ансамблей будет два. Первый ансамбль, который будет олицетворять 34, то бишь 30-е и 40-е, это трио Liberty. А второй ансамбль, который будет олицетворять 50-е и 60-е, это... Нет, Игорь Васильевич, нет. Это трио Дмитрия Купцова. Значит, что можно сказать о первом ансамбле? Трио Liberty состоит из трех участников, как несложно догадаться. Максим Пеганов, тромбон. Игорь Иванушкин, контрабас. Меня зовут Георгий Шагашвили, я буду играть на гитаре. Итак, мы начинаем наш концерт. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, поскольку наш коллектив заявлен как 30-е, 40-е, мы начнем наше выступление с мелодии, написанной в 60-е годы, и называется она «Сесси Боун». Все говорят. Thank you.
Thank you.
сказать. У нас все-таки названо, да, 30-е, 40-е, поэтому мелодия 20-х годов. Веселая, похоронная, негритянская. St. James Infirmary. Да? Вы ничего не делали? Thank you.
Иванушкин контрабас, Георгий Шагашвили гитара. Ну, так оказалось, к сожалению, что ни в 30-е, ни в 40-е годы больше ничего путного не написали. Поэтому мы закончим наше выступление мелодией 60-х годов. Thank you.
Спасибо большое. Георгий Шагашвили. Игорь Иванушкин. Спасибо. Оставайтесь на второй отделении, будет еще интереснее. Там будут 30-е, 40-е, 50-е и 60-е. Ну что, продолжим? Кто-то сидел в первом отделении и думал, как классно ребята играют, а потанцую я во втором. Вы опоздали, пришли 50-е, 60-е, танцы запретили. Если хотите танцевать, идите в другой клуб. Здесь тоже можно, да? Коля говорит, что здесь тоже можно, но это кто с Колей захочет танцевать. Николай Докин. Орган. Орган. Антон Дашкин, барабаны. Меня зовут Дмитрий Купцов. Сейчас мы начнем представлять, что же такое началось в 50-х. Пока в 50-х. Thank you.
Messengers, является лицом 50-х годов. Thank you.
Когда вы видите состав в виде гитары, органа Хаммонд и барабанов, то первое, что приходит на мысль, на ум, это, конечно, Уэс Монтгомери. Поэтому мы сыграем следующую вещичку из его репертуара, его пера, которая называется «Full House». Thank you.
Thank you.
которые от Монтгомери мы перешли к вещичке Висперинг, как раз из 20-х годов. И вы, да, бутерброд упал все-таки маслом вниз. А сейчас Clockwise, Джордж Бенски. Thank you.
Спасибо. Николай Добкин. Программа. Антон Гарчик, барабаны. Сейчас мы перейдем к сегодняшнему дню. Да. Коля не поленился, привез на свой концерт буфет. Да, с мамой, с маминой дачей. Мы сыграем мою авторскую вещь, которая называется «Правда или ложь». Такая игра, я верю, не верю. True or false на иностранном языке. В общем, поверить или нет. Thank you.
Спасибо. Сейчас мы сыграем заключительную пьесу. Тоже мою. Она из 20-х годов. Как у меня на курсе был какой-то приятель, сказал, слушай, я тут джазовый стандарт написал. Вот, это пока не джазовый стандарт, но джазовый. Покажет своего рода развитие подростка. А можно сказать, мы переложим на наш вечер развитие джаза. Лёва. Thank you.
Это был сегодняшний день. Это была программа 3456. Liberty Jazz Trio. Максим Пеганов, Игорь Иванушкин и Георгий Шагашвили. Играли первый сет. Мы играли второй сет. Николай Добкин. Антон Дашкин. Меня зовут Дмитрий Топцов. Спасибо большое. Приходите на нашу такую программу о джазе. Спасибо.